Вы на канале Simba Sport, и сегодня у нас будет видео 24 часа в землянке. Да, я буду сегодня сниматься сам, без Коли. Ну, Коля решил побыть оператором. Всем привет! Хорошо. Хочешь там магии немного покажу? Смотрите, раз, два. О, классно. Ну, я в землянке. И 24 часа начались. Нас, кстати, уже закрывают. Да, здесь, конечно, уютненько. Но мы еще потолок будем делать, так что пока вот так вот оно уже выглядит. Да, здесь еще по бокам земля лежит. Да, ну это все мы сейчас здесь шины хотим поменяем, все такое. Да, здесь, мы... Я, кстати, на балке здесь сижу. Да, мы еще хотим сделать тут печку. Да, печка было будет, да. Вот, кстати, вентиляция. Ну, мы уже показывали в одном из роликов своих. И вот там мы еще хотим сделать что-то. Да, мы там, вот тут еще мы сделаем люк, короче. Да, уже получше. И может дробину поменяем. Ну, мне кажется, это нормально. Да. Ну, короче, я думаю, можно пока располагаться, и тогда я до вас вернусь. Три. Ну все, вот я уже тут там. Разместились мы. Да, у нас вот есть гвозди. Там у нас клееночка. Так, стоп, вы слышите? Чи Филипп каже новый челлендж? Я придумала новый челлендж. Одожмитесь от доски 10 раз. И кто быстрее что-то сделает, чи что? Можно и так. Но окей. Быстрее сделает оператор или участник. Давай, считай. Давай, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Кто больше отжимает? 10, 11, 12, 13, 14. Не, все, так. 14, да? Да. 14, давай. Теперь камера. Теперь моя камера. Во. И теперь Коля. Коля, ну что, ты готов? Да. Давай. Раз, два. Сколько? Скики. Хлеб. Я не считал. Ну, я за 15 я даже досчитал. Короче, примерно где-то одинаково. Ну да, ну, короче, Филипп, давай, что ты нам за цей челлендж должен был дать? Я вам дам погулять 5 минут. Ого, классно. Да, выходи давай. Давай, 5 минут на двоих? Ну кто больше? Так я ж не участвую. Ты один. Ну точно. Так давай тогда мне телефон и буду сам. Не, я буду тебя снимать. Иди. 5 минут на улице у нас. 18:46 заходим. Вот мы уже на улице, время пошло. Да тебе 5 минут, тебе много еще. Не, я перейду вам. Да, ага, слышь. 2 минуты, все. Первое время дороже второго. Филипп, не спорь. Ты сказал дать це, ты дал. Не ссорьтесь. Ты не хочешь от турничка отжаться? А, давай. Ой, я еще вам придумал. Не, я тогда уже сдохну. Сколько там времени осталось? Еще минута 30. Да. А чего так быстро время прошло? А, точно, мы же еще на паузу стали. Сейчас, я приду до вас. Смотрите, я ухожу сюда, вернусь сюда. Фокус, конечно, веерный фокус. Ты откуда вылез? Розбійник, ти де? Розбійник. Вийди звідси, розбійнику. Все? Все. Да, залазь, быстрее. Я сейчас вам дам такі задания. Це побіжу. Все, фух.
Короче, я хочу лягти сейчас полежать, а то ноги болят. Капец, я так набегаюсь. Все, мы отдыхаем. Да. Спать ляжем. Вернемся до вас через минут 22 часа, десь, не знаю. Все, короче, давайте. Ой, что за... Ай, что за... Максим, вставай. Да. Ты уже полдня проспал. А, да? Нам ролик надо снимать. А что ты с камерой ходишь? Я тебе снимаю, чтобы ролик нам снять, а ты заснув. А про что мы там начали снимать? Ну, про те, що ми 24 часа тут сидимо. А, ну все, поняв, а на чому ми остановилися? Ну, те, що ти заснув. А, ладно, хорошо. Слышь ти, мужик, ти будеш нам челенджі давати? Мужик, будеш давати? Я новий челендж. Взяти... Ти на що нас затаплюєш, а? Чи засипаєш? Взяти резину, вилить воду і... Як є? Присісти на... Присісти 5 разів. Я нічого не поняв. Давай лучше присісти 5 разів. Давай. Хто присісти 5 разів з отой. З різіною. Ні, Філіп. Короче. 10 разів присісти. Окей, давай. Хто перший? Раз. Давайте. І раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, придурок! Откинулись ножки. Короче, Максиму погано стало, я так понял. Він от потолок ударився. Ти, визивай скору, срочно. Хорошо. Ребята, визивайте скору. Ти вирубився. Ти хто? Ти не почесай тільки, що вирубився, от потолок ударився. Ти хто? Я тебе перший раз вигула. За що ти мені цим ліпиш в борду? Мужик, не надо. Я оператор, друг твій. Ну, короче, всім спасибо за просмотр, всім удачі, всім пока. Подписывайтесь на канал. Всім до нових встреч.